Пьяный патриот приходит в кафе, садится за столик, подзывает официанта, ну и между заказом, между делом говорит ему: хотелось бы что-нибудь попробовать такого, знаешь, ну, чтоб я никогда не пробовал, алкоголь уже надоел. Ну, официант такой, понимающий, кивнул, говорит: ну, есть, говорит, одна таблетка, но очень дорогая, 100 евро стоит. Пьяный патриот говорит: да давай, короче. Отдает бабки, получает, короче, таблетку, закидывает эту таблетку, сидит. Ничего не происходит с ним. Проходит 15 минут, 20 минут, полчаса, ничего не происходит. Он смотрит на этого официанта, думает: ну, кинул надо. Официант смотрит на него и на выход, и убегает. Пьяный патриот перепрыгивает через стол, выбегает на улицу, смотрит, официант садится на велосипед и уезжает. Он садится в машину, начинает его догонять, врезается в дерево, блин, выходит из этого, из-за руля, машина разбита, официанта нет. Он в расстроенных чувствах такой, чувствует, что срать захотел. Снимает штаны, садится срать, смотрит, ему кто-то по плечу сзади хлопает. Он поворачивается, стоит официант и говорит: молодой человек, ну вы совсем уже охренели в кафе срать.